Снова всем привет, с вами Лакмус и очередной эпизод по террарии. Я немного перестроил подвал, сделал здесь вот поглубже, с той целью, что вот в этот вот отсек я буду заливать лаву. И чтобы безопасно потом собирать цветы, и здесь можно было ходить, я вот сделал вот так. Ну а здесь просто для симметрии. Заново я высадил все эти цветы. Вот, ну и здесь немножко тоже начал строительство левого крыла. Также я затарился, видим, бомбами. Пришлось мне потратиться. Я вытащил вот здесь из сундука свои деньги. Вот, у меня осталось всего 5 монет. Но я думаю, это оправдано. Также я захватил вот эти линзы с той целью, что, может быть, если мы найдем в правой стороне все-таки искажение, я накрафчу приманку для глаза и зафармлю глаз еще несколько раз, потому что деньги у меня кончаются. А с глаза неплохо идет фарм. Вот, вообще на сегодня программа минимум — это дойти до метеорита и собрать его остатки там. То, что мы не собрали в предыдущем эпизоде. Также, конечно, желательно было бы набить немножко слизи, но сейчас вот ночь, поэтому не знаю. Есть, может быть, смысл уже слазить вниз и набрать лавы. Вне записи мне заниматься этим как-то не хочется, потому что все-таки внизу места опасные. Не хотелось бы дохнуть вне записи. Ну а с другой стороны, перетаскивать лаву — занятие довольно-таки нудное. Ведер у меня немного, хотя, наверное, я просто накрафчу до хрена ведер и как-нибудь в одном из следующих эпизодов смотаюсь таки вниз и наберу полный инвентарь этой лавы. Я не помню, честно говоря, что-нибудь падает с этих вот птичек ценное или нет. Ну, кроме денег. Почему-то раньше они здесь не спавнились. То ли я так прокачался, игра решила, что нужно запускать более сильных монстров, то ли какие-то другие условия влияют, не знаю. Снова длинная пустыня. Если бы я играл сам для себя, не на запись, я бы, конечно, прокопал подземный ход через все это и не лазил бы вот так по поверхности. Это долго и нудно, но потом для фарма, к примеру, крепости, если мы такую найдем, данжа, то есть, это себя оправдывает. Так, еще один слизень. Наступил день, и поэтому появились слизни. И это радует. Я так понимаю, что мы уже приближаемся. Что-то мне подсказывает. Или нет. Довольно-таки далеко бежать. И при том, что искажение мы так и не встретили с этой стороны. Если я найду там искажение, то, возможно, построю временную базу. Вот эти места я уже узнаю. Все-таки мы подходим уже. Да, вот он, наш метеорит. И появились головы. А значит, собрал я недостаточно. Так, даже не знаю, как здесь поступить. Наверное, мы сделаем вот так. Вот так. Блин. Так, я хочу сделать карман, чтобы нам кинуть бомбу не куда попало, а туда, куда надо. Не хочу тратить раньше времени липкие бомбы, у нас их немного.
И оказалось, что на их крафт нужно дохрена слизи. Блин. Блин, блин, блин. Ой-ой-ой. Хотя вообще неплохо. Удачно получилось. Сейчас еще раз попробую так же. Нет, это неудачно. Во. Еще разок. Вот так как надо. Но головы продолжают наседать. Вот здесь вот стоит сделать, я думаю, карманчик. Так. И бросить бомбочку сюда. Я не знаю, влияет ли на респаун вот этих головешек, то, что мы собираем или не собираем выбитые куски. Так, так, так. Немножко меня покоцало. Пробуем еще раз. Да, слабовато. Слабовато. Динамита, к сожалению, не купил, пожадничал. Сейчас вижу, что зря. Пара хорошо расставленных динамитных шашек здесь бы очень пригодилась. Это что-то по чуть-чуть выгрызает. Но, видимо, надо снова сделать карман. Если бы они еще немножко... Вот вроде их поменьше стало. Давайте попробуем. Так. Блин, не туда кинул. Но довольно удачно. Отлично. Осторожничаю я, конечно, но только лишь потому, что я напоминаю в очередной раз, что у нас хардкорный персонаж, и дохнуть мне очень-очень не хочется просто так. А сдохнуть здесь можно просто как нечего делать. Вот эти сволочи дамажат очень хорошо. Плюс можно просто свалиться неудачно, блин. Или бомбу кинуть на себя же. Поэтому такой, может быть, немножко, блин, нудный процесс. Кстати говоря, мы можем туда уже спрыгнуть. Подсобрать немножко метеорита и... Так. Не даем себя зажимать. Собаки. Так, и попробую я отсюда кинуть бомбу. Неплохо. Когда они уже кончатся. Ой-ой-ой-ой, не то. Но неплохо получилось все равно. Хотя я, конечно, затупил. Сейчас главное не захлебнуться. Опа.
отлично. Просто отлично. Я сейчас собираю этот метеорит не столько для того, чтобы что-то там ценное скрафтить, сколько просто, чтобы нам прочистить дорогу, чтобы нас здесь не атаковали вот эти злобные головешки. Потому что нам здесь, я чувствую, ходить еще придется. Я еще даже не знаю, в какой стороне у нас данж. Отлично. Ну, вообще, большую часть я уже собрал. Они уже должны перестать спауниться. По идее. Собаки. Зажимают. Еще вот сюда кинем. Блин, промазал. По старинке добудем. Все никак не уймутся, что ж такое. Мне кажется, их больше стало. Или это мне кажется, или так на самом деле. Но вот, я думаю, пора использовать нам липкую бомбу. Соберем. Вроде перестали спавниться, кстати говоря. Так. Так, как бы нам вот еще до этого добраться? Отлично. Головешки перестали спавниться, и мы можем относительно спокойно здесь дособирать остальное. Не знаю, успеем ли мы сегодня пройти глубже. Ну, в смысле, вправо. Правую часть карты. Осталось, в принципе, не так уж много здесь. Этого метеорита. Не хочется мне оставлять вот эти вот единичные кусочки. Так, не забываем дышать. Так. Вечереет, однако. Не то чтобы я боялся, но вдруг прилетит опять глаз. А я не готов к битве. Я прикалываюсь, конечно. Я думаю, что мы его сейчас завалим в любом случае, даже если он застигнет нас врасплох. Даже без бафов. Все, метеорит мы собрали, и давайте отправимся дальше, посмотрим, что там. Так, сколько?
154, но не очень много. Сразу очистим инвентарь от лишнего. Отправляемся. Я вижу подсолнух. Это может быть знаком того, что впереди искажение. Глубоко, видимо, ямка. Так, и вот здесь я уже не был, потому что стоят неразбитые горшки. Кстати, у меня с факелами не то чтобы очень хорошо, поэтому я буду... О, кстати, искажение, дамы и господа, давайте напялим шлем. Поэкономим факелы. Надеюсь, что здесь нам повезет больше, чем в предыдущем. Грибочек соберем. Так, я вижу первую яму. Давайте будем потихоньку спускаться. Я купил, кстати, серебряных пуль. Пока я строил, там наступила ночь кровавой луны, и наш оружейник продавал серебряные пули. Я их купил. Надеюсь, что мы сможем более эффективно отстреливаться от этих летающих тварей. Глубокая. Довольно-таки глубокая. Вот мы наконец-то что-то нашли. Прежде всего мы нашли алтари. Да и там сфера, я вот вижу. Но здесь конфигурация искажения стандартная. То есть мы здесь без проблем сможем сейчас набить сфер. Но, к сожалению, к битве с пожирателем я не готов. Накрафтим приманку. Две штуки. Не готов, потому что я не собрал, не взял с собой шарики. Видим, что здесь две сферы, и в принципе неплохое место для того, чтобы построить местечко укромное, платформы сделать. Соберем демонит, чтобы добро не пропадало. Так, и давайте используем вот эти вот чудесные порошки. Освободим таким образом пространство. Неплохо стреляет наша мини-акула. Очень неплохо. Я думаю, что вот так вот мы сделаем. Заниматься строительством на запись, это, конечно, не очень интересно смотреть. Но выбора у меня нет, как я уже говорил. Так, и здесь у нас должны быть, по идее, платформы. Но у меня нет дерева. Видимо, придется мне возвращаться сюда еще раз. В принципе, и время, кстати говоря, у нас поджимает. Поэтому давайте на сегодня мы завершим. А в следующем эпизоде я начну уже с отстроенного. Вот здесь вот с отстроенного... как это сказать-то? Место для убийства босса. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.